Что касается частных военных компаний, которые сейчас в Африке, это уже не совсем частные военные компании. Это все-таки уже это ГРУ, это Главное разведывательное управление, и это уже не пригожинские головорезы. Если они там есть, то они все-таки прошедшие какую-то армейскую школу. Я так понимаю, что там Лотус, то есть Елизаров, человек, который был назван наследником в Пригожинском завещании, там не сын, там на самом деле этот Елизаров. Ну, то есть это люди с военной биографией, с наемнической биографией, в том числе с тюремной биографией. В конце концов, офицеры тоже попадают в тюрьму. Они не могли продолжить службу дальше в российской армии, поэтому пошли в частные войска, будучи хорошо подготовленными, очень хорошо подготовленными. Соответственно, это вот такая, в общем, фактически элита, такой да, странный легион. Их очень мало. Их очень мало. Проблема в том, что их очень мало, потому что в основном все были среди ЧВК «Вагнер», так сосредоточенные среди Пригожина, и в основном они, конечно, все погибли. Поэтому там уже был замечен Там же был замечен, собственно, генерал Суровикин, который куда делся Суровикин, он в Африке. И я думаю, что, как обычно, Сирия может стать, ну, как она обычно была, местом ссылки для провинившихся, ну, как ЧВКшники, да, люди судимые, Суровикин. Многие-многие генералы, прежде чем быть отставлены, например, или посажены, отправятся в Сирию, где могут искупить кровью. Искупают. Сейчас провинившихся генералов, которые провалили какое-то наступление на Украинском фронте, их ссылают в Сирию. Ничего не изменилось со времен, я не знаю, царя Ирода. Ольга, но правильно ли я понимаю, что заткнуть дырку в Сирии, если повстанцы продолжат свои динамические наступления, Путину, по сути-то, и нечем? Или может еще погребсти по сусекам? Нет, сусеки полностью исчерпаны, полностью. Иначе мы не увидели бы с вами такой призыв, какой мы видим сейчас в Москве, в Питере, в крупных городах. Призыв совершенно необычный. Когда просто облавы везде, мы слышим от всех наблюдателей, экспертов, правозащитников, что такого не было никогда, таких облав. И самое главное, что призывников тут же, в общем, вынуждают подписывать контракт с армией, и это вообще-то последний резерв, больше нет. Тюрьмы, все, тюрьмы исчерпаны. Да, сейчас сажают больше, с тем, чтобы грести больше. Сейчас домашнего ареста у меня вот люди идут просто на войну, потому что деваться некуда. Ну, это все, это уже по сусекам. Дальше мобилизация, дальше все. Но дело в том, что, конечно, Путин будет тянуть до 20 января. К До инаугурации 20 Трампа. января он будет пытаться наступать. Он будет кидать уже всех людей, которые только... Вот только сейчас Сирии ему не хватало. И, кстати говоря, Грузии тоже. У Саакашвили есть шанс, потому что туда русские войска сейчас войти не смогут. И до 20-го вот будет это тянуть. А дальше либо пауза, либо мобилизация. Но на мобилизацию они все-таки могут рискнуть пойти после 20 числа. И неужто это будет чревато какими-то социальными сопротивлениями? Этого боятся или каких-то других факторов? Нет, нет, нет. Социального сопротивления не боятся. Социальное сопротивление полностью подавлено, просто залито бетоном, цементом. Это все совершенно накрепко. Никаких протестов не будет. Нет. Просто боятся последствий других. И демографических последствий, и социальных последствий, и в конце концов электоральных последствий. Кто голосовать-то будет? Ах, ну да, нарисовать можно же 87 и Да можно, 187. конечно, просто только хлопот сразу.